Да. Какое там будет время времени летать? Да еще. Да, сейчас буду летать. Прошла одна минута. Я напоминаю, что спортсмены участвуют в упражнении «Длинный цикл». Регламент на выполнение дается 5 минут. Спортсмены выступают в абсолютной весовой категории. Единственное различие – каждая весовая поднимает свои гири. На первом помосте спортсмен поднимает гири весом 24 килограмма. На втором помосте спортсмен работает с гирями 26 килограмм. И на третьем помосте гири весом 28 килограммов. Прошло 2,5 минуты. Это ровно половина отведенного на упражнение время. И мы видим, что спортсмен на втором помосте лидирует. Но еще работать достаточно долго, 2 минуты. И это не так мало, как это может показаться. Они просто случайно его забрали к себе и сейчас привезли. Вы на фотографии это видели? Пошла последняя минута. Спортсмен на втором помосте по-прежнему лидирует. Тридцать секунд остается. Десять, пять, четыре, три, две, одна, стоп.